Последних двух раундов не хватает. Да, вы требуете продолжения банкета, я вас прекрасно понимаю. Легко смогли еще. А бой заканчивается. Ой-ой-ой, вот это уже пропустил. Очень великолепная концовка. Давай, Денис, давай. Все. Это нокаут. Я в шоке. Я в шоке. Это то, чего ждала публика. Надо было раньше останавливать снукеру. Неужели не было видно? Очень тяжелый нокаут, уважаемые друзья. Очень тяжелый нокаут. Неужели не было видно снукера, что на самом деле... Только-только мы его похвалили. Да, в нокауте он... находится в стоячем. Да, он опустил голову. Даже Денис, надо отдать должное Денису. Денис сделал шажок назад и посмотрел на рефери. Делал совершенно правильно. Дал судье шанс рассмотреть. Очень тяжелый нокаут, друзья, посмотрите. Доволен Денис, доволен Костя, очень жаль, безусловно. Конечно, легенда, такая легенда и человек, и все-таки... Давайте смотреть Давайте повтор. Посмотрим. Вот он, удар в подбородок. Вот еще. Вот и он. Вот здесь он перестал. Вот. Нет, да, еще нет. Вот, вот сейчас перестанет. Все. Здесь два удара снизу. Вот, посмотри. Вот здесь надо было останавливать бой. Этот удар не нужен, конечно, совершенно. Вот Смугер, и вот только он стал между ними. Да. Пару ударов он мог предотвратить, конечно, это было безусловно. Лишние были. Но вот прямо перед нами, уважаемые телезрители, сейчас вот вы этого не видите, вы смотрите повторы. Буквально в метре от нас колдуют над Роем Джонсом. Без сознания до сих пор, да? Он без сознания. Не-не-не, приходит в себя. Он приходит в себя, вот его поднимают, встает. Великолепный боксер, надо ему поаплодировать. Тут же его супруга рядом. Она только, она была здесь в ринге, рядом с ним. Как же надо любить бокс, или какие должны быть вообще мотивы, чтобы вот так продолжать, да, так рисковать своим здоровьем? Это его жена, мы сейчас видели ее от телевизора, от телеэкрана. Да вот она прямо здесь перед нами была. Зрители неистовствуют, они радуются победе Дениса Лебедева. Ну, конечно, мы все радуемся. А Рой Джонс не хватило совсем чуть-чуть, да? А мне вот интересно, кто бы сказал, какой был счет? До этого. Конечно. Рядом с вами сидит судья. Он не скажет, судья. Это человек секрет. Но, так это один судья, а другие судьи еще считали по-разному. Но мы постараемся с кем-то... Ну, не важно, я думаю, что все равно из этих...